Камарджоба, мегобребо! Сегодня мы с вами продолжаем разбирать языковую часть экзаменационных тестов для получения гражданства Грузии. Разберем сегодня с вами вопросы с 71 по 80. Шемахазет стори пасухи. Обведите правильный ответ. Сахши гавакете пропуск дамураба. Дома сделал я пропуск и варенье. Мы должны найти слово в правильном окончании, с правильным окончанием. А. Цвенма. Б. Цвенс. Г. Цвенис. Д. Цвени. Цвени – это сок. С глаголом гавакете, когда мы перечисляем и говорим, что я приготовила, сделала варенье и компот, сок, с ним окончание всегда будет вставляться в именительном падеже, то есть не будет цвенма, цвенс, цвенис, а будет цвени. Поэтому выбираем вариант Д как правильный. Шемахазет стори пасухи. Обведите правильный ответ. Мовхарше пропуск да атмис компоты. Сварила пропуск и персиковый компот. Вариант А. Вашлит с яблоком. Вариант Б. Вашлис яблочный. Г. Вашли яблоко. Д. Вашс яблоку. Когда мы хотим сказать, что я сварила компот какой-то, в грузинском языке вот это окончание персиковый, вишневый, яблочный нам дает из, окончание из, родительного падежа. То есть из чего сделанный компот, из чего вашлис родительный падеж. Поэтому выбираем вариант Б, вашлис. Шемахазет цори пасухи. Обведите правильный ответ. Ме давибаде, я родилась. А. Атас цхраас отхмоцда отхи цели. 1984 год. Б. Атас цхраас отхмоцда отх цельзе. 1984 на году. Г. Атас храас отхмозда отхцелс в 1984 году. И Д. Атас храас отхмозда отхи целщи в 1984 в году. Когда мы называем год, обязательно с годом значение в году придает окончание с дательного именительного падежа. Поэтому варианты, где цели, целзе, целщи, они неправильные. Выбираем вариант г как правильный, потому что в нем присутствует целс в году. Чем ухазать стори пасухи? Обведите правильный ответ. Чем идма даибада атас храз отхмозда цхрамет целс? Мой брат родился в 1999 году. Из ниже данных числительных мы должны выбрать, какое из этих чисел совпадает с атас храз отмуза цхрамети, то есть с 1999. Разберем. А. Читается как атас цхраз цхра, то есть 1909. Б. Атас цхраз отхмоцда цхрамети, 1999. Г. Атас цхраз цхрамети, 1919. И Д. Атас отхмоцда цхрамети, 1099. Правильный вариант Б, потому что атас цхраз отхмоцда цхрамети, это и есть 1999. Шемахазе дарас цори пасухи. Обведите неправильный ответ. Будьте внимательны. Неправильный. Арас цори. А. Сакартвелуарис сомхатис мезобели. Грузия сосед Армении. Это верно. Б.
Сакартвелу арис туркетис мезобели. Грузия сосед Турции. Это тоже верно. Г. Сакартвелу арис русетис мезобели. Грузия сосед России. Тоже верно. И Д. Сакартвелу арис Бельгиис мезобели. Грузия сосед Бельгии. Это неверно. Мы должны были найти неверный, то есть арасцори пасухи. И вот он, вариант Д. Сакартвелу арис Бельгиис мезобели. Шемохазет цори пасухи. А видите правильный ответ. Мевцховров, я живу. А. Сакартвелоши. Б. Сакартвелозе. Г. Сакартвело. Д. Сакартвелос. Подразумевается, что мевцховров в Грузии, я живу в Грузии. Вариант А правильный, потому что цховров сакартвелоши, окончание «щи» в русском предлог «щи», в грузинском послелог, переводится как «в». Я живу в Грузии. Давайте разберем остальные послелоги и окончания. Сакартвело «з» – это «на Грузии». Сакартвело – как бы просто Грузия. И сакартвелос – Грузию или Грузии. Поэтому правильный вариант А. Сакартвелос. Шемохазет стори пасухи. А видите правильный ответ. Шен хар шведи. Шен цховров. Ты швед. Ты живешь. А. Шведия. Он швед. Б. Швециас. Это вообще Швеция. Швеции. Г. Швейцарияши. Швейцарии. И Д. Шведетши. В Шведии. По-грузински шведети это Шведия. Поэтому если ты швед, то живешь в Шведии. Выбираем вариант Д. Шенсховроп шведетши. Шемахазет стори пасухи. А видите правильный ответ. Мевар. Я есть, я являюсь. А. Сакартвело макалаке. Грузия. Гражданин. Б. Сакартвелос макалаке. Гражданин Грузии. Грузии гражданин. Г. Картвелис макалаке. Грузина гражданин. Д. Сакартвелоши макалаке. В Грузии гражданин. Гражданин чего? То есть мы должны найти эту форму, которая нам показывает принадлежность. Гражданин Грузии. Гражданин России. Обязательно должно стоять в правильном окончании. Принадлежность показывает форму сакартвелос. Поэтому выбираем вариант Б. Сакартвелос мокалаке. Сакартвелос в родительном падеже. Шемохазет стори пасухи. А видите правильный ответ. Чемкен. В мою сторону. Мидис. Идет туда. Б. Кадавида. Перешел. Г. Шевида. Зашел. Гадавида, шевида. Мидис. Это все варианты, которые показывают туда, в то направление. И Д. Модис. Идет сюда, в мою сторону. Мы знаем, что приставка МО показывает направление к собеседнику. Если мы говорим чемкен, в мою сторону, то логичнее сказать Чемкен модис, в мою сторону идет, то есть идет ко мне. Поэтому правильно вариант Д. Модис.